17 сентября стартовал избирательный марафон. Ровно в 8 часов утра в Ульяновской области начали работу избирательные участки. Напомню, трехдневная процедура – это одно из условий обеспечения безопасности избирателей в период пандемии. Кроме того, на входе каждый голосующий получает вот такой индивидуальный пакет. В нем маска, перчатки одноразовые, ручка. Кроме того, трехдневность процедуры – это еще и удобство для самих голосующих, ведь каждый из них может выбрать один из трех дней, наиболее удобный именно для него. Процесс пошел. Несмотря на ранний час и рабочий день, участок 39-45 встречает первых избирателей. Подготовка была достаточно серьезная. Мы прошли несколько обучений. В этом году у нас впервые на участке появились машинописные КАИБы. Поэтому все члены избирательной комиссии готовы к работе, готовы встречаться с избирателями. Мы рады каждому. КАИБы, как и в предыдущие годы, установлены на 140 участках. Но в 2021-м половина комплектов отправилась в районы области. Умная машина подскажет, как правильно отправить бюллетень внутрь, а также подсчитает число принятых листов по каждой из трех позиций. В выходные можно отдохнуть, расслабиться, а сегодня можно отдать голос, проявить свою гражданскую сознательность. И спокойно дальше работать. Гражданская активность на каждом участке. Везде достаточно избирателей, не желающих откладывать свой голос в долгий ящик и отправивших бюллетень в ящик для голосования. Голосование – это наш гражданский долг, потому что мы все-таки сами судьбу и свою, и судьбу нашего региона сегодня вот решается действительно. Я считаю, не только даже судьба нашего города, нашего региона, а судьба всей страны, потому что мы выбираем, выборы очень важны. Сегодня выбираем депутатов Государственной Думы, губернатора. Каждый получает три бюллетеня. Губернаторский, партийный список и представитель одномандатного округа. В Ульяновской области округов два, и в каждом из них 11 кандидатов. Я считаю, что это ответственный выбор для каждого гражданина Российской Федерации, каждого жителя Ульяновской области, сделать этот осознанный выбор, потому что в следующий период мы будем жить с новым губернатором. От этого будет зависеть развитие нашего региона. Отсюда и, соответственно, нужно подойти к выбору нашего губернатора и депутата Государственной Думы с особой ответственностью. Несмотря на целый ряд пандемических новшеств, главная суть народного волеизъявления незыблема. Голосование тайное, за сохранностью бюллетеней неусыпно следят видеосистемы. Камеры установлены на 427 участках. Трансляция идет в штабах общественного наблюдения и доступна всем желающим. Там, где нет камер, происходящее фиксируют видеорегистраторы. Предусмотрены достаточно такие серьезные меры защиты. Избирательные бюллетени будут все помещены в сейф-пакеты. Сейф-пакеты будут пломбированы, закрыты. Там могут расписаться на них все желающие, там, члены комиссии, наблюдатели и так далее. Все эти сейф-пакеты будут помещены в специальные, для этого предназначенные, приобретенные металлические ящики, которые тоже будут закрыты. К тем, кто не может лично прийти на участок, члены избирательной комиссии придут на дом с соблюдением всех правил безопасности и процедуры голосования. Всего в Ульяновской области в этом году работает 979 участков, плюс еще один в Белоруссии. Мы голосуем за будущее.